свята і передсвяткові дні, страшний врожай на дорогах. У нас це майже завжди. Нетверезі громадяни небезпечні і як водії, і як пішоходи. Та особливо загрозливі – п'яні кермувальники. 26 грудня о першій ночі в Дніпропетровську сталася трагедія. Автомобіль Mitsubishi Outlander на розі проспекту Труда і Запорізького шосе врізався в таксі «Деуланос». Загинула пасажирка таксі – жінка 1977 року народження. Її звали Валерія Требуховська. Таксиста в тяжкому стані доправили до лікарні. Крім правоохоронців, на місце прибули активісти громадської організації «Дорожньо-громадський контроль». Вони кажуть, геть п'яний водій Mitsubishi розмахував якимись паперами та документами. З'ясували, що призвідник аварії – Микола Сидоренко. Такі ДТП у пресі називають VIP, а справи за ними зараховують до списку безперспективних. Тим не менше, є люди, які за 4 місяці після загибелі Валерії Требуховської сподіваються, що винного в її смерті покарають. Наші гості – Вікторія Базіль, сестра загиблої, та Всеволод Новохатько, активіст громадського руху «ЗОВ закона». Здравствуйте, Вікторія. Прийміть наші соболезнования. Вашу сестру дійсно вже не вернеш, но бороться за справедливість, щоб чоловік, який совершив смертельне ДТП, був наказан, треба. Мы с вами встречаемся после очередного судебного заседания в Бабушкинском суде. Какие результаты? Заседание перенесли. Это было ознакомительное заседание. Сидоренко сейчас находится на свободе. Хотя это, конечно, невозможно понять, как человек, который имеет справку с лечебницы, он лежал на игрене, человек, которому при этом выдали документ на владение оружием, как он может находиться на свободе, и тем более после совершения такого страшного преступления. Непонятно, почему он не задержан. Очень важный момент, чтобы понимали и наши зрители в том числе. Кто такой господин Сидоренко? И со слов активистов, он был пьяный за рулем, а так ли это в уголовном производстве? К сожалению, у нас уже не первое ДТП, когда люди со связями в органах правопорядка на месте ДТП по показаниям свидетелей нетрезвые, хотя затем в деле объявляются документы, где они не имеют совершенно алкогольного опьянения. У нас были примеры и в прошлом, и в позапрошлом, и 2 года назад о том, как люди, это то же самое ДТП Олегом Токарем, где все показывали на месте ДТП о том, что от него несло перегаром, в деле это не обнаружилось. Точно так же Юрий Краус позапрошлом году устроил лобовое столкновение на новом мосту. Тоже все утверждали, что он был пьян, но впоследствии это не подтвердилось. Здесь тоже мы имеем ситуацию, когда человек, не имевший каких-то предпосылок на месте ДТП к тому, что ему нужна срочная помощь, везет скорая помощь его не в ту же самую больницу, куда отправлен был пострадавший таксист, а совершенно другим маршрутом. У него забирают кровь в 16-й больнице, которая в тот момент была закрыта на санобработку, то есть там только поликлиника работала. То есть были выбраны самые неблагоприятные условия, который, как казалось бы, человек сам должен быть против них. Что... Ну, то есть, насколько я понимаю, какими-то тайными путями человека везут, берут кровь, непонятно какие люди. Берут кровь в одном месте, да. Анализы проводят в другом месте. Следователь опрашивает виновного в совершении ДТП практически через 2 недели. У нас до этого, вот к нам обращались неоднократно участники других ДТП, которых опрашивали на следующий день в больнице,
невзирая на то, что люди находятся там в стрессовом состоянии. То есть там это было нормально. Здесь, по неизвестным причинам, человек имел 2 недели возможность гулять фактически по городу, оказывать влияние на других участников ДТП, в том числе на пострадавших. Так он умудрился встретиться с водителем такси в больнице. Была некая попытка этого же водителя выписать до истечения 21 дня, чтобы он не было средней тяжести. Чтобы не было средней тяжести, не было в этом ДТП, только один потерпевший был. То есть вот такие вот действия. Ну вот смотрите, очень важно понять VIP. Почему VIP? То есть давайте уже тогда называть, с кем связан, как связан, кто лоббирует именно такое расследование как данного уголовного производства. У человека остались достаточно серьезные связи в Министерстве внутренних дел, поскольку он был их бывшим сотрудником, занимался как раз контролем наркооборота в медучреждениях. То есть сфера тех же самых анализов на алкоголь ему, в общем-то, знакома. Впоследствии он очень странно ушел из органов, и практически через день у него появилась справка о его невменяемости. Теперь он объявляет, что он не помнит, когда у него была эта справка, и что он отрицает вообще о ее существовании, хотя наши вот органы достаточно сложно обмануть. Это достаточно серьезная экспертиза, то есть это достаточно серьезный документооборот, чтобы кто-то заранее, зная, что он совершит ДТП, начал на него какой-то компромат готовить, я считаю, это маловероятно. Итак, любимый многими, особенно журналистами, Бабушкинский районный суд города Днепропетровска, или сейчас это уже Шевченковский суд, позиция судей, вот по первым минутам, часам, ваши ощущения, закрошили или не закрошили, называем вещи своими именами? Ну, на первом заседании его уже приняли, посадили его в СИЗО, вынесли приговор, поэтому... То есть он сейчас находится... Нет, это когда первое заседание проходило у нас 12 числа, да, 12 января. 12 января 2016 года. Да, то есть... он отсидел 2 месяца в СИЗО, хотя на второй день, после того, как его забрали с Бабушкинского суда в СИЗО, его выписали по самочувствию, он оспорил, и в апелляционном суде мы уже было в районе 3-4 заседаний, на которых, опять же, доказывалось то, что он не может находиться на свободе. И он отсидел 2 месяца, а 21 марта его уже выпустили. На подписку о невыезде. Да, на подписку да. о невыезде. Да, получается, закончился первоначальный истребованный срок 2 месяца, и судьи отказались его продлить, в общем-то, без объяснения на то причин. Ну, то есть на втором этапе пошла стимуляция фемиды. Итак, давайте важно, тоже очень важно. Вы прекрасно понимаете, что с такой системой бороться сложно. Но вы пришли на телевидение для того, чтобы придать огласке все те проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. Нас наверняка смотрят правоохранители разных инстанций. Вам слово. Вот самое... Это преступная, конечно, халатность следствия во время ДТП. Потому что ДТП произошло в 12:30 ночи. И, опять же, то, что уже говорилось, там присутствовало трое следователей, которые почему-то не произвели допроса на месте. И Сидоренко чувствовал себя сначала хорошо, только в 3:45 он решил, что ему вдруг неожиданно стало плохо, и тогда вызвали еще одну скорую помощь и отправили. Не было забора крови именно на месте, и
И это самое, то, что уже невозможно изменить, потому что это уже другая статья, другую, он утверждает, что он был трезвый. И в материалах дела. И в материалах дела, получается, из-за вот, вот этой халатности, из-за того, что следователи на месте не выполнили свою работу. То есть вы, основной акцент, виноваты следователи, которые вовремя не сделали те или иные процессуальные действия? Да. Ну, имеется инструкция достаточно жесткая о том, кто ответственный за доставку участников ДТП на медосвидетельствование. Есть четко оговоренные сроки. То есть, как я понимаю, его должны были в этот срок отправить, освидетельствовать и вернуть на место ДТП для продолжения следственных действий. Этого сделано не было. Это, во-первых. Ну и далее, как уже говорится, забор крови был 4 часа. То есть фактически он уже и к этому ДТП не имеет отношения. То есть, сейчас можно даже сказать, что в деле нет документов о состоянии опьянения, которые имеют отношение именно к самому моменту ДТП. На чьей стороне прокуратура? Ну, на данный момент сложно сказать. Конечно, хотелось бы верить в то, чтобы в то, что они проведут расследование по поводу само следствие, и мы хотим, чтобы на данный момент посадили его опять в СИЗО, потому что, ну, человек не может быть, не может просто находиться на свободе, радоваться жизни, когда он лишил жизни другого человека. Дякую, что знайшли змогу і завітали до нашої студії. Пропоную до цієї розмови повертатися, коли будуть нові факти, цікаві у справі під час вже досудового розслідування вже закінчено. Отже, те, що буде відбуватися у Бабушкінському суді, пропоную вам сюди приходити і розповідати. Дякую, що знайшли змогу. Ну, а нашим глядачам нагадаю, що у гостях 9 каналу була Вікторія Базіль, сестра загиблої жінки від 26 грудня 2015 року у дорожньо-транспортній пригоді, та Всеволод Новохатько, активіст громадського руху «ЗОВ. Закон».